Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Ильюха Дедин День, и сегодня мы поиграем в 5 угарных приложений. И первое — это Cuphead в 3D. Здесь, конечно, не все будет про Cuphead, так что радуйтесь. Хоть что-то на моем канале не Cuphead. Еще Балти был. Так, надо разобраться в управлении. Так, дабл джамп. Это ж... Ага. Так. А тут стрелять нельзя, что ли? На. На. Двух ударов умирает. На-на-на. Я еще не до конца понимаю, что здесь происходит. Как? Окей, раунд номер 2. Ой! Он воскресился! А может, не надо их атаковать? Может, я просто пройду мимо? Да, конечно, графика в этой игре ужасна. Тормозить. Нам это сейчас не надо. Почему я застрял? Ладно, переходим к следующему приложению. А следующее приложение у нас называется «Котенок симулятор». Тут можно выбрать своего кота, выберу вот эту. Это наш хозяин. Мы не должны попасться ему на глаза. Ну или чтоб он нас поймал. Здесь есть survival, режим выживания. Режим на время, бесплатный режим. Также здесь есть мультиплеер. Давайте survival. Один человек, вы чё? Алло, я не хочу себе двух хозяевов из Майнкрафта. Видимо, здесь еще на очки надо. Камера, уберись. Можно еще за диван. А. Ну нифига, коты. Коты могут прыгать. Прыгай. Ха-ха-ха, хозяин, ты тупой. Он что, за мной бежит? Так. Давайте. О, я узнаю. Это мой двор. Это же мой двор, да? Окно. Хозяин, я вернулся. Нужно спрятаться. Ну-ка, можно упасть туда.
Мистер Херабрин, хозяин. Что он может там делать? Для чего этот мяу? А давайте, кстати, попробуем мультиплеер. Мультиплеерки. Не, так. Да, работают русские буквы. Ильюха 909. О, добро пожаловать. Давайте мое настоящее имя. Илья. Игра. Отлично. Чат. Ну-ка напишем.
Удюх. Они хотели, чтобы я искупался. Из-за этого коту надо бежать. Господи, что творится с создателями играми? Идем дальше. Идем дальше. А следующее приложение у нас называется «Монстры против зомби». Знаете игру «Растения против зомби»? Да на здоровье, держите. НЛО. Что-то интересное. Ой, что я наделал? Батл. Первый уровень. Старт. Ой. Мы победили! Вау! Не нужен мне бонус. Мне ничего не нужно. А, мне показалось, это мультиплеер. Нет, нет. Второй уровень первой главы. Та-ра-та-та-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра. Куда? На нижний ряд. Ван Хокен. Готово!
Отлично. Ну, отлично просто, господа. Новый монстр. Какой-то ледяной. А, кристальный. Level up. 600 голд. Нифига у меня голды. Та-та-та-та-та. Окей. Батл. Первая глава, третий уровень. Что ж, поехали. Ну-ка, сколько? А, 70. Бррр, я уже испугался. Это было быстро. Это заняло всего 30 секунд или минуту. То ж, идем в следующее приложение. Следующее приложение у нас какая-то игра про покемонов. Здесь что, нету русского языка? Ладно, английский. Да. Год рождения. Читы. Господи помилуй, господи, что происходит, фаса? Ой, не то. Так, пропускаем все это. Квадратный мир покемонов. Покемон Юэст. Квест. Покемон Квест. Что здесь написано? Товар дата. Не-не-не-не-не, ну... Покебол! Нифига, сколько тут покемонов? Их всех можно собрать! Xbox. А, ему имя надо было придумать. Но ему достаточно и имя Xbox. А почему бы и нет? Пикачу! Пикачу сверху! Пикачу, я выбираю тебя. Тут можно
Ну-ка, ну я выберу не Пикачу. Этот огненный, этот не знаю что, этот не знаю что. Пикачу электрический, этот не знаю что. Ну, огненного возьму. Да, ой, да. Да, я выбираю тебя. Что у меня с голосами все? Они что, все роботы? Омо. Момо. Вау. Он сам идет куда захочет. Да он все сам за меня делает. Ого, 3 на этот раз. Оу. Крыс. Ра-та-та. Ра-та-та-та. Я знаю. На-на-на. Босс. Нифига, вроде бы такой большой снимает. Господи, сколько. Вы это называете боссом? Ой, господи. Я бы лучше назвал это мини-боссом. Но, возможно, так и есть. Что ж, переходим к следующему приложению. Ау! Начинаем. И пятое, и последнее на сегодня приложение. Это симулятор динозавра. Симулятор динозавра. Старинные гибика едят людей, и очень странно, что у них в зубах есть мясо, но не человеческое, конечно. Господи. Next. Как это? Ясно. YouTube. Неважно, синглплеер. Даже мультиплеер есть. Раунд. Реклама. Даже дом. Еда. Так кто ест такую еду? Вентиляция. Да тут все взрыв. На-на-на, дам, получай. На-на. А, это реклама игры. Нафига так орать?
Что здесь происходит? Ненавижу. На. Да хватит так орать. О, да, свалка. За 3 секунды я должен успеть. Бейби. Кто теперь проигрыватель? All the duty. I'm a chicken landing dirty. Дорогие друзья, я надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это, пишите в комментариях, какое приложение вам больше всего понравилось. Я уже говорил, ставьте лайки. С вами был Илюха909. И если хотите еще таких видео, также можете написать еще также, какие еще 5 приложений я могу сыграть. А с вами был Илюха909. Всем удачи, всем пока-пока.